Привет! Ты смотришь студенческие новости КФУ, новости твоей студенческой жизни. С тобой сегодня я, Алена Липина, и сегодня в нашем выпуске новостей. Образование 2.0. В Казани обсудили направление развития российского образования. Что ждет Набережно-Челнинский институт КФУ? Последние новости с ученого совета. Поэзия во дворе. Что читал казанцам Сергей Безруков? ЕГЭ по русскому языку в этом году завалило почти 30% выпускников. Такие неутешающие данные озвучили сегодня на всероссийском совещании, посвященном развитию образования. Чтобы подвести итоги завершившегося учебного года, в Казань прилетел и Дмитрий Ливанов. С другими подробностями Александр Александров. Российская система образования требует незамедлительной модернизации, причем на всех уровнях, начиная от дошкольного и заканчивая высшим. В ряде регионов к решению этой непростой проблемы уже приступили. В авангарде и Татарстан. В образовательный процесс здесь активно внедряются инновации, запущено множество программ по поддержке молодых специалистов, а более опытные кадры регулярно повышают свою квалификацию. Мы вот видели много интересных предложений, как сделать, чтобы дошкольное образование было доступно и интересно. Второе – это сама школа. Вы знаете, что и все современные технологии, которые есть, особенно облачные технологии, которые позволяют получить любую информацию, любую книгу, мы ее используем, прозрачная система, ну и материально-техническая база школ. И вот, как сказал министр, самое главное в школе – это учитель. Профессиональный уровень учителя – это вот залог того, что мы будем получать конкурентных на будущее и студентов, и специалистов. Много шума в этом году наделал единый государственный экзамен. Металлоискатели на входах в школу, камеры в каждой аудитории и другие способы вывести недобросовестных учеников на чистую воду, казалось, перешли все границы. Но министр образования и науки России призвал отнестись ко всему этому с пониманием. Мы точно можем сказать, что в этом году единый экзамен прошел на беспрецедентно высоком уровне объективности. Количество нарушений было минимально. И, соответственно, результаты экзамена наиболее полно отражают уровень подготовки выпускников школ. Для нас крайне важно именно это, потому что только объективно продиагностировав систему образования, мы можем делать правильные, обоснованные выводы относительно того, что нужно в ней изменить, как нужно ее развивать и куда нужно двигаться. Поэтому объективность в экзамене, в любом экзамене, а не только в едином государственном экзамене, это самое важное. Изменения в скором времени затронут и высшую школу. Одна из приоритетных задач – модернизация педагогического образования. Профессию преподавателя планируют сделать более привлекательной и почитаемой. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюз. Набережно-Челнинский институт КФУ прекращает свое существование. Об этом стало известно на очередном заседании ученого совета. Подробности прямо сейчас. Набережно-Челнинский институт КФУ уходит в историю. Но на его месте теперь появится Политехнический институт Казанского федерального университета. К решению о переименовании института пришли на завершающем заседании ученого совета КФУ. Изменения не обошли стороной института Казани. Так, институт экономики и финансов, институт управления территориального развития теперь составляют единое целое. А вот прием абитуриентов филиала КФУ в Зеленодольске и Чистополе прекращен. Есть такое сегодня предложение. Принять положение, что мы в этом году прием филиал в городе Чистополь проводить не будем, а в течение, так сказать, последующего периода уже, с учетом мнений, конечно, администрации, провести реорганизацию, и, видимо, вопрос станет о закрытии филиала города Чистополь. Важным вопросом в повестке дня значилось перезахоронение останков Василия Павловича Энгельгарта в соответствии с его последней волей. Прах выдающегося ученого будет перенесен на территорию обсерватории Казанского университета. Может получиться так, что уже осенью этого года мы по всем правилам православной церкви, видимо, придется все это делать. Мы сумеем при хорошем стечении обстоятельств это дело сделать.
юбилейное мероприятие со дня, ну, это, наверное, не юбилейное, а круглая дата со дня смерти, когда говорят юбилей со дня смерти, наверное, не очень правильно звучит, установить либо бюст, либо памятник прямо на территории обсерватории человеку, чье имя и носит обсерватория сегодня. Не менее важной новостью стало известие о вхождении в структуру университета Казанского филиала Российского государственного торгово-экономического университета. Кроме того, членам ученого совета сообщили о том, что на заседании попечительского совета был подписан договор с Академией управления ТИСБИ о вхождении в общую образовательную сеть. Марта Луканина, Руслан Урманов, Универньюз. Ну а о том, что происходит в вузах всего мира, тебе расскажет Ралина Киряева. В первую очередь расскажем о новостях науки в мире. Ученые из Массачусетского технологического института научились управлять мышцами с помощью света. Открытие предлагает новый подход к изучению сложных позвоночных схем, координирующих движения и сенсорную обработку. А в России специалисты Иркутского государственного технического университета предлагают новый способ защиты нефтегазовых скважин. На основе техногенных отходов при ангаре ученые создают тампонажный расширяющийся цемент. Тампонажный цемент изолирует продуктивные нефтегазовые слои от водоносных слоев при наличии многопластовой залежи нефти. И в заключение, в Татарстане студенческий совет общежития Казанского государственного энергетического университета стал первым на всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого самоуправления в номинации «Лучший орган студенческого самоуправления в общежитии». А на этом у меня все. Год культуры продолжается, а вместе с ним все больше популярность набирают литературные дворики. Кто на этот раз обрадовал казанцев, узнаешь прямо сейчас. Литературные дворики продолжают уверенно шагать по улицам Казани. На этот раз повезло жителям улицы Дубравной. Именно к ним приехал известный актер Сергей Безруков. Дом 35 по улице Дубравной известен как Дом ветеранов. Здесь проживают около 100 одиноких участников Великой Отечественной войны. Совет ветеранов выступил с просьбой, чтобы очередной литературный дворик проходил именно в этом дворе. Конечно. А почему не приятно? Это как мероприятие. Оля Кузьмичева, здравствуйте. Я слушала всех. И музыку, и песни. И видела Сергея Безрукова. Особую атмосферу литературного субботника создавал Казанский камерный оркестр «Ля Примавера». Чтецы сменяли друг друга, а внимание зрителей не ослабевало. Стихи читали как на русском, так и на татарском языке. Наконец, настала очередь Сергея Безрукова. Свое выступление Безруков начал со стихотворения Михаила Лермонтова, поскольку в этом году будет отмечаться 200-летие со дня рождения классика. В судьбе как турок или татарин я... Я равным счетом благодарен. У Бога счастья не прошу и молча зло переношу. Продолжилось выступление Безрукова песнями под гитару на стихи Сергея Есенина и произведения Владимира Высоцкого. Зрители подпевали вне зависимости от возраста. Мы очень рады тому, что сегодня здесь было очень много молодежи. И молодежь, которая губами проговаривала, повторяла строки замечательных стихотворений Лермонтова вслед за Сергеем Витальевичем Безруковым. Проект, цель которого приобщение населения к чтению, впечатлил Сергея Безрукова. Я думаю, что это такое начинание, которое объединяет, потому что я помню, и в детстве как-то собирались с дворами, и песни пели вместе, и играли на инструментах, и гармошка звучала, и гитара. Как-то это объединяло людей очень хорошо. Литературные дворики нравятся казанцам, ведь это уникальная возможность пообщаться с известными писателями, поэтами и актерами. Но я считаю, что это очень-очень важно, потому что люди понимают, ну, осознают, наверное, всю ценность культуры, когда собираются вот так и видят уже это все наяву. Напомним, праздник поэзии стартовал 11 июня. Тогда в одном из казанских дворов выступил народный артист России Константин Хабенский и ученики его школы-студии. На этом приключения культуры в Казани не заканчиваются. Кто знает, может, следующий литературный дворик пройдет в твоем дворе. Марта Луканина, Руслан Урманов, Универньюз. Кремлин Лайв 2014, прошедший накануне в День молодежи, собрал в самом сердце Казани сотни талантливых музыкантов и десятки тысяч зрителей. Смотри о том, как музыка сближает, в репортаже Алены Липиной.
Каждый год по традиции в День молодежи на территории Казанского Кремля проходят всевозможные концерты, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Кремлин Лайф не имеет жанровых границ и вмещает на своей сцене все виды творчества. Каждый год Кремлин Лайф становится подарком для жителей Казани. Кремлин Лайф 2014 – это 9 площадок. От лаунж-зоны с диджейскими сетами на площадке Спаса Преображенского монастыря и рок-сцены с молодыми казанскими группами до киноплощадки и главной сцены с хедлайнерами фестиваля на Пушечном дворе. Особой популярностью пользовалась молодежная площадка, стилизованная под современный карнавал в средневековом замке. Обилие персонажей поражало воображение. От викторианских принцесс до роботов-андроидов с Луны. Для детей тут также была предусмотрена не менее занимательная программа. Ведь собрались в стенах Кремля разные ценители искусства. От миловидных дамочек с брошками до разукрашенных татуировками молодежи. Есть много причин, почему стоило придумать этот фестиваль. Но самое главное, наверное, та, чтобы каждый год иметь возможность живьем слушать лучших музыкантов. Неудивительно, что в скором времени этот фестиваль станет всемирно известным брендом, приехать на который сочтут за честь лучшие музыканты планеты. Но история Кремля от этого станет только богаче. Алена Липина, Руслан Уразаев, Универньюз. Космология, гравитация, астрофизика – слова, понятные далеко не всем. Но для участников конференции, старт которой дан сегодня в КФУ, это тема для целых научных работ. 15-я Российская гравитационная конференция по гравитации, космологии и астрофизике и Международная школа по гравитации и космологии будут проводиться в Казанском федеральном университете с 30 июня по 5 июля. Программа конференции будет включать пленарные и секционные доклады, лекции, стендовые доклады и неформальные дискуссии по новейшим достижениям в теории гравитации и космологии. Молодые участники конференции имеют уникальную возможность представить свои доклады на крупном международном научном форуме и послушать лекции ведущих специалистов. Рабочий язык конференции школы русский и английский. Это все новости на сегодня. Смотри нас каждый день в 6 вечера. Пока-пока.